целом вас поддерживаем. Также хочу сообщить, что мы готовы поддерживать еще и в сфере того, что сюда беженцев, если это необходимо, мы готовы предоставить им все необходимое, включая лечение, если это необходимо, и таким образом поддержать и еще раз оказать нашу поддержку. Одесса и Балтика. Для города побратимы, мы уверены, что наша поддержка с вами будет сильнее, а дружба только крепче. Я вас благодарю за то, что мы имеем возможность сегодня пообщаться. Наконец-то. Hi, first of all, I would like to thank you for the opportunity to talk to you. Я хочу поблагодарить вас от имени Одессы, от своего личного имени за помощь и поддержку в сложное для нас время. I would like to thank you on the behalf of the city of Odessa for your support during this difficult time for us. Мы знаем и уверены, что вы настоящие друзья. We know and we are absolutely sure that we are real friends.